Всем привет, меня зовут Настя, и это распаковка посылки с сайта Озон. Я заказывала первый раз с этого сайта, и пока мне пришла первая часть посылки, а вторая тоже будет в этом видео, но, возможно, я буду уже по-другому одета. Мила у меня играет с ножницами. В общем, заказ был на 1500 рублей, из них 400 рублей доставка на дом, и 500 рублей я оплатила бонусами «Спасибо от Сбербанка». Цены буду подписывать в видео. И приступим к распаковке заказа. Первое, что нам попалось, я сразу отдам Милочке, чтобы она дальше мне не мешала. Это была мебель для куколок. А где эти блюдечки? Да, ящик, пожалуйста, сейчас. Вот так эти ящички вставляются. Вот такая посудка. Мебель я покупала для этого домика Милиного кукольного. И кто, кстати, не видел видео, как я сама красила этот домик, приглашаю посмотреть это видео. Ссылка в описании. Три полимерные глины. Я уже заказывала с Алиэкспресс себе полимерную глину, но это оказался набор воздушного пластилина кислотных цветов. Я вообще на тот момент как бы не разбиралась в этом. Я просто смотрела видео Анны Оськиной. Мне очень нравилось, как она показывает, как она лепит. Я тоже загорелась этим. Сейчас покажу вам мои поделки. Эти поделки я делала из того воздушного пластилина, теперь я первый раз в жизни попробую сделать именно из полимерной глины что-то. Заказала на пробу 3 цвета. Следующее я распакую что-то вот в таком пакетике. Не помню, что это. А, все, поняла. Это помадка или средство для укладки усов и бороды. Это я заказала для своего мужа, она такая малюсенькая. Я думала, у нас просто есть баночки с бриолином у мужа, они примерно вот такого размера. А это такая малипусечка. Сейчас попробую открыть, понюхать. Ну, очень нежный такой нейтральный запах. Ну, я даже не знаю, мне сложно описать аромат, но, может быть, чуть-чуть отдает детским кремом, может быть, хвойными, елочкой, чем-то таким. Надеюсь, мужу понравится, я ему подарю это на нашу годовщину. Надеюсь, мне успеет прийти еще с Алиэкспресс. Я ему заказала щетку и расческу для усов. И последнее, что в этой коробке находится, это холст грунтованный белый. Я планирую на нашу годовщину с мужем на 10 лет снять видео, как мы будем с ним вместе рисовать. Холст первый раз в жизни я заказывала именно холст вот такой фирмы. Пока ничего не могу сказать, но он был дешевый. И второй холст я заказала побольше, чтобы было 2 разных размера. Он, видимо, в следующей посылке будет. Закрывается, да. Миле понравилась мебель. В общем, увидимся в продолжении этого видео. Ребят, привет. Прошла уже целая неделя. Мне только доставили эту посылку. И то только после того, как мне написал менеджер. Вернее, я написала в техподдержку, где моя посылка. Они мне ответили, что нету каких-то из моих заказов, в общем, в наличии. Вот. И... В общем, мне пришлось нажать, чтобы мне вернули деньги. Деньги еще не вернули. И прислали только то, что у них есть. В общем, представляете, неделю ждала. Так что первое знакомство у меня с Озоном какое-то не очень приятное. Итак, что же я еще заказала? Я заказывала... Мы хотим с мужем сделать зубную пасту сами. Вот мне не хватало ингредиента
масло чайного дерева. Вот я его заказала, оно было недорогое. Сейчас понюхаю. Ну, пахнет обычно, стандартно пахнет. Еще я заказала обычное вот такое репейное масло. Оно тоже было очень дешевое, 29 рублей. Вот, я хочу волосы чуть-чуть подлечить. И это все. Как жалко. Я еще холсты заказывала. Вот. В общем, представляете, вот этот мне курьер принес. Это, по-моему, рублей 60 стоило. А это 30. Ради этого человек сюда ехал. В общем, холсты мне не привезли. И еще что-то я заказывала. Помимо этого я заказывала еще эфирное масло эвкалиптовое, чтобы его заваривать в аромалампе. Ну, в общем, его не было в наличии, и холста не было в наличии. Так что я немножко разочарована Озоном. Доставка 400 рублей, я ждала неделю вот эти два средства. В общем, легче было просто сходить в аптеку и купить. На этом видео я свое заканчиваю. Всем пока-пока. Увидимся в следующем.